Сергей Федорович Апахалов давно уже был один в купе. Однако люди, которые несколько часов назад, провожая его, толпились на платформе и махали вслед уходящему поезду, по-прежнему продолжали наполнять его мысли. Поезд уходил все дальше, а нити, связывающие Апахалова с городом, составленной работой, все никак не хотели обрываться. Только на второй день пути мысли его мало-помалу приняли другое направление. Привычные разговоры, дела потихоньку стали отходить на задний план. Теперь вспомнилось ему с полной ясностью, что ехал он, как это ни странно, по семейному делу. Давным-давно у него никаких семейных дел не было да и семьи никакой у него не было. Из родственников доживала век где-то в Кораблевской слободке одна тетка Паша, с которой они не виделись, пожалуй, лет 12. Месяца три назад Апахалов получил очередную поздравительную открытку, написанную детской рукой. Подпись была Соня. Какая такая Соня? Совершенно неизвестно. А вот приписка рукой самой тетки. Поздравляю я тебя от всей души с великим праздником 1 мая, твоя старая тетка Паша. Она всегда про себя так и говорила, тетка. Кроме поздравления, в открытке вскользь сообщалось, что ей окончательно пришлось выйти на пенсию. Сколько ей могло быть лет? Хм. Немало или мне уже около 50. Сергей Федорович тогда же послал тетке деньги и в ответ получил открытку с угрозами все вернуть обратно и окончательно порвать с ним родственные отношения, если он попробует прислать еще хоть один рубль. По теткиному характеру вполне можно было полагать, что это не пустая угроза. Апахалов прочел обе открытки, подумал и принял решение навестить тетку чтобы на месте решить, что делать. До революции тетка много лет работала воспитательницей в фабричном сиротском приюте. Потом стала учительницей начальной школы. Он смутно ее помнил. Костлявая, сухая, с желтыми волосами, жгутом закрученными на затылке. В давно прошедшие времена когда было еще на свете то, что называлось семьей Апахаловых, в этой семье ходили рассказы об ее упрямстве. Наверное, она со своими чудачествами, нажитыми в дореволюционные годы, когда жизнь так легко уродовала людей, теперь на старости лет одинока. Словом, надо посмотреть, как она там, а в случае чего, может быть, и взять ее к себе. Проводник, постучав в купе, объявил, что сейчас будет Любавина. Поеживаясь от сквозняка в коридоре, Апахалов вышел на площадку. На вокзале заиграло радио. Платформа была мокрая и скользкая. Апахалов пошел под дождем к площади, где останавливались автобусы на кораблевку, как до сих пор еще часто называли текстильный комбинат. Совсем почти прекратившийся дождь поджидал пассажиров автобуса на последней остановке у поселка Комбината. Как только автобус остановился на кругу, дождь так и грянул о крышу машины и по деревьям сквера точно крупным горохом. Пассажиры сидели на местах, не решаясь выходить. Молодой водитель смеялся и сочувственно качал головой. Некоторые женщины стали разуваться. Три девушки подталкивая друг друга с визгом, выскочили из машины и побежали босиком через площадь к освещенному подъезду Дома культуры. Апахалов шагнул с подножки прямо в лужу и зашагал широким шагом к перекрестку, который показал ему шофер. Отсчитав третий переулок налево, Апахалов свернул и стал искать дом. Где-то глухо, точно булькая из-под воды, залаяла из будки собака с ожесточением промокшего человека, шлепая по лужам, Апахалов вошел во двор и постучал в первую же дверь. Затем, когда никто не отозвался, с легким беспокойством постучал покрепче в какую-то другую, но и там за шумом дождя, вероятно, ничего не слыхали. В это время у него за спиной растворилась первая дверь. Да что ж вы там под дождем мокните? Входите скорее. Дверь-то не заперта. А Пахалов, нагнув голову, опять перебежал под дождем к первому крыльцу. Женщина, поджидавшая его на крыльце, сейчас же ухватила его за рукав и потащила за собой, показывая дорогу через длинные темные сени. В маленькой прихожей было немного посветлей. Эх, птичка, да ведь ты будто из болота выполз. Ну-ка, и скорее свою хламиду, вешай ее сюда. Она отняла у него шляпу, и нахлобучила ее на колышку двери. И со шляпы, и с пальто стекала струйками дождевая вода. Сергей Федорович с неожиданной точностью вспоминал в каждой интонации скрипучий голос тетки Паши и начинал улыбаться от этого воспоминания. Стоял молча, вытирая мокрое лицо носовым платком. Ну, марш в кухню, там у плиты просушитесь. «А вы ко мне, что ли, или так, от дождя забежали?» «Да здравствуйте же, тетка Паша!» «Постой, постой, ты, ты кто ж такой, будешь-то? Ты? ты, птичка, что-то вырос уж очень, наверное, а? Такого здоровенного вот я и не помню!» Своими костлявыми сильными руками она ухватила его за плечи, повернула лицом к свету и вдруг, разнеженно, коротко всхлипнула – Сморщив свое без того сморщенное сухое лицо. Кто приехал, Сережка? Mm -hmm. Я от старой скореженцы не узнал сразу, а ведь ты не изменилась нисколечко. Mm -hmm. Иди, поцелуй. Она потянула его за ухо, пригибая к себе, поцеловала в щеку, еще раз коротко и сухо всхлипнула. Да, что ты заболеть решил, что ли? Снимай сапоги, сейчас же все до нитки, без разговоров. Когда они уселись друг против друга, пить чай, Апахалов подумал, что вид у него сейчас довольно странный для солидного человека. Теткины войлочные шлепанцы, надетые на босу ногу, и поверх белья накинуто, как плащ, зеленое фланелевое одеяло, заколотое на плече булавкой. Прихлебывая из пузатой чашки горячий липовый цвет, заваренный специально по поводу его предполагаемой простуды, а Пахалов оглядел комнату. Там ну, рассказывай теперь все про себя, я буду слушать. Женился ты, наконец? Нет? Нет. Это почему же? Пора. Тебе сколько лет-то? Я ведь уж не помню. Да, к полсотни подъезжаем, тетя. Ну, 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 что ты это выдумываешь ты? Откуда это вдруг? Ты ведь вот какой был совсем недавно. Раз хм. я не помню. чего ж ты, однако, все? Не женишься? Да вот так оно уж получилось. Ну, ведь дед, когда был ты, сколько лет прошло. Другую какую-нибудь мог найти. Или нет? Нет. Вот она. Это все наше упрямство. Упрямство. Очень может быть. Да ты, тетка, вот тоже замуж не собралась? Замуж. Я, птичка моя, в приют с 18 лет воспитательница поступила. И в какой фабричный, благотворительный, в кораблевской слободке маленько отслужили и сунули мне на руки 67 птичек этих сироток. Одному седьмой годок, другому 15 и все разутые, и есть хотят. А смету приют, кто сколько пожертвует. <laughs> где мне тут с мужем твозиться было что-то? Я как в этот дом вот попала, так и на всю жизнь. Она потянулась к самовару наливать ему четвертую чашку. А Пахалов перехватил ее руку, чувствуя, что и так распарился, как в бане. Ну, если напился, карточки надо посмотреть, ты ведь у меня не видал многих. Тетка зажгла свет в маленькой комнатке, где стояла ее плоская койка, покрытые чистым тканьевым одеялом. Стена пестрела старыми фотографиями. Вот это тетя Вера, помнишь? Нет. Ну, Лукашина. Муж я высокий, здоровый такой, студенческие песни пел басом. Его при царе в Сибирь сослали за беспорядки. Mm. А. а вот это, не узнаешь? Нет. А Пахалов нагнулся, вглядываясь. Желтые фигуры людей Очертания деревьев и дощатого забора еще выступали из общего желтого тона карточки. На лавочке у забора сидела старушка в черном платке. Вокруг нее стояли и сидели усатые мужчины в пиджаках и косоворотках и женщины в длинных юбках с короткими кофточками под поясанными широкими поясами. Два мальчика и неясная смазавшаяся тень от собаки были на переднем плане. Это ты сам и есть. Ну, хорошо. Только который же, собственно, я в мятых штанах или вот этот, что арбуз лопает? Конечно, арбуз. Сразу догадаться можно. Все сели сниматься, как люди. А ему хоть по глупому, да по своему надо. Вот в арбуз по уши впился. Одна корка и получился безобразник. А это. Позади стоит мама. У него что-то отозвалось внутри. До того странно было все. Пятидесятилетний человек, придерживая на грузном плече одеяло, вдруг выговорил нечаянно, наверное, впервые за сорок лет, мама. Спасибо, хоть мать не узнала. А, а это кто? Не та Соня, которая мне к празднику открытки пишет? Ну что ты? Это же моя Клава. Клава? Севрукова, Клава. Она тебе ровесница. Надо тебя к ней сводить. А по Халову послышался заглушенный тонкий смех из-за занавески в столовой. Соня, не спишь? Ну, не притворяться у меня. Сплю. Ой. Ты как смеешь, чертенок не спать? А кто к нам приехал? Ну ладно, покажись, поздоровайся. Сережа к нам приехал. Занавеска заколыхалась волнами, и в разрез высунулась раскрасневшаяся сосна худенькая востроносая девочка лет десяти. Она с любопытством обижала глазами Апахалова, потом всю комнату и накрытый стол, и вдруг с размаху поклонилась, отчаянно мотнув встрепанной головой. Доброе утро, Здравствуйте. 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 Не Петрушничай! Вы, значит, наше поздравление получили, да? Да. Хорошо. Тетя Паша, я тоже хочу чай со всеми вместе пить. Ну, всем хочешь пить, безобразница. Соня, поеживаясь от удовольствия, два раза снова обижала глазами все стоявшее на столе и, безошибочно определив, что будет самое смешное спросить ночью, попросила солененьких грибочков. Вот я сейчас одеяло подниму, да таких грибков тебе нащелкаю. Тетка <с> сердцем зачерпнула и шлепнула на блюдечко полную деревянную ложку соленых рыжиков. Девочка, смеясь, поела грибы, причмокивая выссала рассол. А можно мне чай не пить? Ну, хватит фокусов. Спать. Без разговоров. И тебе спать, Сережа. Всем спать. Тетка сама потушила лампу. И уложенный на диван Апахалов слушал в темноте, как тикают ходики. На столе самовар с просонья время от времени начинал потихоньку бурчать. За окном уже не было шума дождя, и только журчала по земле стекающая вода и капала с мокрых деревьев. Постепенно в темноте проступали неясные квадраты нижних окошечек. Дверь в кухню была открыта, и оттуда шло тепло и пахло березовыми вениками. Мне-то здесь недельку, пожалуй, пожить можно. Просто превосходно. А каково старухи доживать тут свой век? Нет, Вопрос решенный. Пускай переезжает. Комната для нее найдется. Пускай зачем-нибудь следит там в хозяйстве. Собственно, неизвестно зачем следить. Но женщины как-то находят. Светятся, волнуются. Вообще следят. Вот пускай и следит. Не важно, что хозяйство никакого вроде. И не нужно. Ничего. Пускай. Соня она, конечно, не бросит. Тоже пускай. Конечно, непривычно будет, беспокойно. Но раз решено, надо выполнять. Утром он услышал под окном сочные взмахи метлы, сгоняющие воду. Тетка гремела на кухне самоварной трубой. Солнечный зайчик на медной вьюшке разгорался все ярче. За окном одна половина двора была освещена солнцем, и мокрое после вчерашнего дождя деревянное крыльцо дымилось на припеке. За чаем они ели горячие пирожки с горохом. Тетка-хозяйка была плохая, это все знали, а пирожки были вкусные. Тетка посмотрела слегка подозрительно, когда Сергей Федорович похвалил. У него все врешь. Нарочно хвалишь, чтобы подольститься? Или вправду нравится? Ну так это Соня печет. Угу. Я кухарка никудышная, всю жизнь такая была, да с меня и спроса нет. Холостяк. Поглядев на часы, тетка сказала, что кажется, пора собираться к Клаве. Ходики твои молодцом, а эти он висят, не ходят, испорчены. Почему-то им надо портиться. Тетка встала и бережно повернула на четверть оборота головку толстенных золотых часов, висевших на гвоздике. Озабоченно хмурясь, послушала, прижав часы к уху, и успокоенно нацепила обратно на гвоздик. Пугаешь только. Идут прекрасным образом. Чужие. Я и не завожу, чтобы не попортились. Ну, чудачка. Да от завода часы разве портятся? Как это так? Колеса вертятся, и зубчики цепляются, значит, портятся. Каждая вещь портится. Ну, все-таки лет на 20-30 хватит. Так они на хранение-то у меня тоже не со вчерашнего дня. Мне уж давно их Марков оставил. Как еще на фронт ехал. Он каких пор? Четы целые. Марков, я думаю, так и погиб, бедняжка. Конечно, никогда нельзя, наверное, знать, но у меня теперь мало надежды осталось. И никаких вестей? Открытку только одну из Уфы прислала, и с тех пор ничего. Из Уфы? А ты сказала, на фронт? Конечно, на фронт. Ну, не в Уфу, так куда-то под Уфу. Что ж тут такое? Ой, тетка, ты что-то путаешь. Не было никакого фронта ни в Уфе, ни под Уфой. Откуда ты это взяла? Это под Уфой ты не было? Конечно. Да ты сам плохо знаешь. Ты же же думаешь, я ребятам из истории рассказываю, а сама путаю. Нет, птичка, тетка Паша еще память не решилась. Тетя Паша, да ведь это только в гражданскую войну было под Уфой. А я тебе про что говорю? маркс ты с Колчаком ехал воевать, а ты не поймешь все никак. Ну-ну, с тех пор они у тебя так и висят. Висят? А как мы их продать хотели? Вот при фашистской оккупации, когда голод наступил. Ой, хотела продать. Да, хотела. Ребята голодные, и дать им нечего. Думаю, пойду на базар, продам и променяю на хлеб. Буду старый негодяйкой перед Марковым. А все мне думается... Только я их со стенки сниму и на рынок отнесу. Тут сразу и Марков вернется. Но как я ему в глаза посмотрю? Ну, мотька, к счастью, все дело устроил. Стали ребятам хлеб доставлять так часы. Оставь. Заслепило яркое солнце. Было беспокойно и весело от ветра, журчала уходя по канавкам дождевая вода. Еще раньше тетка объявила Апахалову, что обязательно надо будет повидать Клаву. Клава была, как выяснилось, та самая приютская девочка, снятая на фотографии. Тетка взяла ее к себе на воспитание лет сорок тому назад в тот год, когда Сергей болел тифом. Он с этой Клавой играл, и ЗАГС ее таскал, так что должен обязательно ее вспомнить. А Пахалов силился припомнить, и в конце концов в памяти действительно стал вырисовываться какой-то дворик, поросший травой, громадная лошадь, прянувшая на дыбы, и он сам в тот момент, когда старался оттащить девочку с щелкой на лбу за железные кровати, сваленные в углу двора. Тетка пришла в восторг. Вот так и было. И именно вот в этом самом дворе. В конце переулка трое малышей, сидя на корточках, сосредоточенными лицами подталкивали кораблик, сидевший на мели в канаве. Издали, увидев тетку, они вытащили из воды кораблик и побежали к ней навстречу. – крикнул, приближаясь мальчик, стуго замотанным вокруг шеи теплым шарфом. С кораблика, который он держал прямо за мачту, капала вода ему на пальто. По делам пошла. Дай-ка распущу шарф. Не равен час, задушишься. Мальчик закинул голову, и когда тетка ослабила шарф, ворчливо сказал. А когда нам в гости-то приходить? Ну, попозже. Теперь опахалов с теткой вышли на улицу по обе стороны, которые стояли рабочие коттеджи. В одном из дворов женщина развешивала вырывающееся из рук на ветру белье. Поставив на землю таз и торопливо подойдя к штакетному заборчику, она спросила озабоченно и ласково. Тетя Паш, как здоровье-то получше стало? Когда докторов близко нет, и вовсе хорошо. А Пахалов, оглянувшись, заметил, что женщина смотрела вслед, улыбаясь, и сочувствие, беспокойство и восхищение были в ее улыбке. В это время встречный парень в распахнутом пиджаке и маленькой кепочке на затылке тоже поздоровался. Ты чего разгуливаешь? Парень охотно задержался и весело ухмыльнулся. Да я за ночной работаю. А, -а, а, ну так ворот застегни, простудишься. Парень машинально дотронулся до расстегнутого ворота на здоровенной шее и еще раз ухмыльнулся. Тебя, кажется, тут все знают. Ты про Саньку говоришь? Да. Ведь это Санька, Ермей, Смородин, сын. Не знаешь? Нет. Да откуда тебя знать? А Пахалов подумал, что, наконец, надо выбрать подходящий момент и предложить ей переехать. Ну, тетка, вот, значит, ты так и живешь. Так и живешь. Так и живу. Тетя Паша... Давай поговорим с тобой, не откладывая. Не люблю я, когда нерешенные дела у меня висят на душе. Есть у меня к тебе разговор. Знаю, предупреждал уже. У меня свой разговор к тебе есть. Скажи мне коротко и честно. У тебя на работе случились какие-нибудь неприятности? Так не виляй. Ну? Неприятности бывают, конечно. Но бывают и хорошие. Итог в общем, положительный, я считаю. Ты мне зубы не сговаривай, по совести скажи. Может быть, тебя сняли, а? Я знаю, ты, парень, в душе честный, на постыдное дело не пойдешь. Однако бывает, ошибся или не справился, а? Я тебя не допрашиваю, не думаю, но если ты заработался, остался не удел, как говорится. Сереженька, ты слушай меня. Поживи у меня, сколько поживется. Потом справишься, отдохнешь и можешь опять за дело приниматься. Все наверстаешь, еще покажешь, на что ты способен. А? Я же чувствую, к чему ты еще тишину к нашу хвалишь. А ты поживи в тишине. Если ты насчет денег, так не думай об них даже. С деньгами мы управимся. У меня пенсия, потом еще на комбинате я получаю короче, да потом еще этот... Мукасеев, чудак такой. Мне все присылает каждый месяц. Это, какой это Мукасеев, это который тут у меня в войну раненый прятался в комнате его гестапо искала. Я его так ругаю, чтобы не смел больше присылать, а он все присылает, и я, знаешь, беру я Карасёвым отсылаю. У ну, Нины муж умер, ребят пятеро. Так я ребятишкам посылаю на гостиницу. А я старый, знаешь, рада буду, если ты останешься у меня. Очень рада. Ты все таки родной. Ну вот, тут Клау работает. Пришли. Они уже входили в проходную комбината. А Пахалов понял, что разговор все равно сейчас продолжать никак не удастся, да и не нашелся бы он, пожалуй, сейчас что сказать. Дежурный в бюро пропусков поздоровался с теткой, как со знакомой. Про Пахалова она сказала, а это со мной. Скажи, с племянником пришла. Это племянник мой. Пускай у Клаву спросит. Пропуск выписали, и они, пройдя через громадный фабричный двор, жужжавший и гудевший от работы множество станков, за стеклянными стенами, поднялись во второй этаж. Тут только Апахалов по надписям понял, что теткина Клава – директор текстильного комбината. Получалось неловко, пришли в рабочее время мешать. Едва заслышав теткин скрипучий голос, Клавдия сейчас же показалась, распахнув двери своего кабинета. На пороге они с теткой расцеловались полная, чернобровая и плечистая Клавдия, смеясь от удовольствия, усадила гостей. Ну, ну с теткой Пашей всегда что-нибудь выйдет. Мне говорят, там в проходной пришла тетя Паш с племянником. Я и говорю, пропустить с мальчиком. Тетка напомнила историю со взбесившейся лошадью и железными кроватями во дворе. Клавдия Андреевна отлично все помнила. Задумчиво щурясь, как будто вглядываясь в очень далекое, она смотрела на Апахалова. Так это вы тогда меня за кровати оттащили, а? А я вас, кажется, и не поблагодарила. Спасибо, Сережа. Да, и подросли мы с вами с тех пор, Клава. Апахалов чувствовал какую-то невольную приязнь и к этой немолодой смешливой женщине с такой бережной нежностью наклонившейся минуту назад поцеловать тетю Пашу, и к той почти забытой им девочке Клави, в негнущемся приютском платье с обрубленной как ножом челкой на лбу. Даже утешительно. Наконец-то на настоящего племянника посмотреть. А то у тетки тут по поселку племянников, племянниц внучат. Вроде меня ни одна сотни ходит. Да, только и слышу. То Соня, то Мукасей, то Клава, то Мотька. А какой еще Мотька? Это я что-то не помню. Как какой? Ну, Мотька, которая в пекарне работала. А, с хлебзавода. Она вам это рассказывала? А что тут рассказывать? Да вам она, наверное, вообще-то ничего не рассказывала. Ну, ясное дело, ну ничего. Ну, пожалуйста, Клава. Зачем это? Мое дело какое? Возиться с ребятишками. Она сердито отвернулась от Клавдии Андреевны. Это она хочет про то время, про фашистскую оккупацию? Детских садов, конечно, не стало. Матери на работу гоняли. А мужчинах и говорить нечего. А ребят куда девать? То одна приведет до вечера оставить, то другая а то и сами приходили. Набралось штук 10 бесенят, а после даже и до 30 доходило. Ну, мы с ними и пойдем в рощу гулять, пока матери на работе, или вообще до вечера. Гуляем в нашей роще, сядем в кружок, песни поем, в игры играем, книжку почитаем вслух, басню учим или новую песенку, тем более... у меня голос природный. Новые советские песни учили. И 1 мая в роще праздновали. Да еще и кормили к тому же. Ну уж, матушка, это что ты такие глупости говоришь. Чем это я их кормить могла? У самой ничего не было. Вот раз про Мотьку разговор, так это правда. Мотя, он на, на фабрике пекарни работал. Я к нему пришла и говорю, так и так, Мотька, ребята голодные, не знаю, какой ты сейчас есть человек, а мальчишка ты был довольно вредный но все-таки кажется честный чертенок. Совести у тебя осталось немножко. Сколько было, столько, говорит, и осталось. Ну, тогда доставай нам хлеба, ребят, кормить. Он отвечает, тетка Паша, а вы представляете себе, какой тут каторжный контроль фашисты устроили. Что даже на месте куска хлеба съесть нельзя, не то что вынести. Ребятам, ты я говорю, какое дело до твоего контроля? -то? Они есть хотят. Ты как-нибудь сделай потихоньку. Монтик тогда говорит, ладно, тетя Паша, если я начну в одиночку каждый день у них брать, то меня тут же в гестап стащат и к стенке поставят. Надо мне с товарищами сговориться. С тех пор каждый день они то две, то три буханки хлеба доставляли. Как-то уж там через забор, что ли, то какой-то колясочки детской вывозили, уж не знаю. А ребятам каждый день по куску хлеба всегда было. Ну что, и никто тебя не тронул, то есть, Паш? Ведь видели же вас, как вы в рощу ходили и так далее. Да не тронули, потому что знали. Кто тетку тронет, долго не проживет. Все равно убьют. Пожалуй, и правда, <с> что ты думаешь. А потом Клавдия Андреевна заговорила с теткой о своих делах. А Пахалов не стал дожидаться, пока подадут машину, попрощался и потихоньку пошел домой. Во дворе теткиного дома Санька Смородин с товарищами, громко разговаривая и смеясь, кололи и складывали крыличку дрова. Соня уже вернулась из школы и теперь хозяйничала на кухне, в столовой ребятишки вчетвером, сидя на корточках, пыхтели от напряжения, стараясь усадить какой-то зеленый стебелек в громадную глиняную банку. Тетка возвратилась скоро. Видно, что спешила. Быстро поднявшись по ступенькам крыльца, она дышала часто и коротко. Уже войдя в комнату, раза два попыталась вздохнуть поглубже, прижимая руку к груди, и сказала как-то удивленно, «Сердце, Сереженька, и сейчас же отмахнулась рукой. За обедом опять было не до разговора. То кто-то приходил, то тетка сама начинала рассказывать к слову про кого-нибудь. И Апахалов уже не удивлялся нисколько, когда она, путая прежние мальчишеские клички с именами-отчествами, рассказывала про самых почтенных и уважаемых в городе пожилых людей. Дольше других засиделся за вечерним чаем какой-то доктор Леонтий Михайлович – Проводив его до прихожей, тетка вернулась, хитро усмехаясь. Хитрит сама. Ходит, будто чайку попить, а сам нравится сердце выслушать. Ну я не далась. Как будто я без ее трубки не знаю, как у меня там дела идут. Соня, объявившая полчаса назад, что все равно не заснет всю ночь, если ее раньше всех уложат спать, мирно посапывала за занавеской. А Пахалову тоже пришлось улечься, чтобы не спорить с теткой. В комнате было полутемно. Из кухни через открытую дверь опять потянуло теплом и вчерашним запахом вянущих березовых веников. Ходики, будто дожидавшиеся весь день, пока не наступит тишина, защелкали на весь дом. Тетка подошла и села в ногах у Сергея Федоровича, привычно поправив одеяло. Весь день провозилась и поговорить было некогда. Да, так вот мы и живем. А, а ты бесстыдник, Сережа. Ранее так делают, а? Зачем тетку старую переконфузил? Я ведь сама у тебя стесняюсь спросить. Думаю, у тебя правда неприятности какие-нибудь. А ты ничего не скажешь. Ой, бесстыдник. Вот что, ничего не понимаю. Ложись. Клава и та про тебя больше знает. Я Клаве говорю про тебя, она надо мной хохочет. Я говорю ей, откуда ты знаешь-то? А она говорит, тетка, я все газеты читаю. Ведь он заслуженный человек твой, Сережа. И тебе это не стыдно, старух, так конфузить? Ну, о чем со мной, Давич, поговорить-то хотел? Да, по правде говоря, ведь я за тобой приехал. Звать тебя со мной жить. Думал, понимаешь ли, что тебе лучше будет со мной. Все-таки не одна. Большой город и так далее. Не поедешь, чувствую. Ты только не обижай, Сережа. Спасибо тебе большое. Ну, сам понимаешь. как не понять? Все понял. Попусту не стану уговаривать. А ты хоть посиди со мной немножко. Давай о жизни с тобой поговорим. Посижу. Я посижу, а ты засыпай потихонечку. Ладно?